Всем привет! Приобрел я наконец-то компрессор автомобильный. Автомобильный компрессор. Вот такой вот он. Двухпоршневой. Объем выдаваемый литров в минуту 65. Производитель у нас. Тут получается дата производства, дополнительная информация. Смотрим внутри. Ну, как всегда, это нового Брикт. Брикс. Высокое давление автомобиля выдает. Так, далее еще плюс приобрел продувочный пистолет 400 рублей. Сам компрессор стоит 5500. Так, откроем его, посмотрим, что в данном компрессоре имеется. Вот такой вот, вот компрессик имеется. Вот такие вот два комплекта всяких насадок, пластиковые. Надувать мячик, матрасы, еще что-нибудь, короче, надувать. Вот. Далее имеется вот такой вот шланг, как бы удлинитель. И сам вот компрессор. Вот с такой вот ручкой. Ручечка. Давление выдает как бы здесь 10 атмосфер. Так, 10 атмосфер. Клеммы плюс-минус. Кнопка получается включение-отключение. Ну и два компрессора. Компрессор 1, компрессор 2. Так, пленочку мы сдираем. Нам она не нужна. Так. Убираем. Технические характеристики тут позади. Напряжение питания 12 вольт. Максимальная сила тока 20 ампер. Воздушный шланг 5 метров. Производительность до 65 литров в минуту. Осторожно, возможен нагрев компрессора при длительной работе. Да, я его еще приобрел. Я давно хотел приобрести компрессор. И плюс еще получается сколы как раз подкрашивать чуть-чуть. Чуть-чуть немножко подкрашивать сколы. Вот. Ну и накачивать колесики по-быстрому. Сейчас проверим работоспособность. Так, подключил, короче, я клеммы плюс-минус к аккумулятору. Также на этом компрессоре имеется еще вот такой вот светодиодный фонарик. 5 светодиодиков. Сейчас мы его включим. Опа, не та кнопочка. Так, опа, вот подсветочка еще имеется. Нормально, вечером так чуть подсветить, подкачать. Так, теперь сейчас будем подкачивать, пробовать колесо. Вот наше колесо. Мы его сейчас будем накачивать. Так, у меня колесо накачанное. Сейчас мы его сдуем. Так, ну вот, короче, половина я сдул колеса. Сейчас включим, проверим, как будет качать. Так, накачал компрессор нормально, быстренько. Колесо накачано.
А вот для продувочного пистолета я что-то не додумался. Надо, короче, переходник. Такой двойной какой-то, наверное, переходник нужно. Наверное, скорее всего. Сюда-сюда, чтобы входили они. Чик-чик. Для быстрого съема. Тут-то это входит сюда. Надо, наверное, еще папу-маму. Или папу-папу. Или маму-маму. Сюда-туда. Короче, насадку такую надо, наверное, на Озоне посмотреть. Или в Валберсе, или Алиэкспресс. Короче, чтобы вот так сюда вставлять. Потом сюда вставлять. Вот. Ну, как-то так. Нормальный насосик работает. Сейчас мы им еще будем подкрашивать автомобиль. Сколы, короче. Вот для этого я и взял, чтобы чуть-чуть подкрашивать автомобиль. Вот. Как-то так. Пишите комментарии, что вы думаете про данный такой вот насосик, который у меня в данный момент появился. Стоимость 5500. Вот. 5-метровый такой шланчик. Нормальный для насосика. Ну, посмотрим, сколько он будет служить нам. Всем пока и до свидания.